14 января 2024 года. Приветствуем в проекте «Энергия удачи». Друзья, заряжаемся в это воскресенье вместе с нами и со второй тройкой участников, которые уже находятся в нашей студии. И сегодня мы проверим знания не только наших участников, но и ваши. Подключайтесь к нам, заряжайтесь энергией и не забывайте, Красный торговый дом находится по адресу проспект Цанкибабе, ТР 72. Не проезжайте мимо, остановитесь на красном. Сегодня вторая игра в 2024 году. Вторая тройка участников, как было ранее сказано. И я приветствую их под аплодисменты. Ну что, друзья, каникулы закончились, как прошли? Давайте сначала познакомимся. Наш первый участник, привет. Привет, первый участник. Как зовут тебя? Меня зовут Мухаммед Казиев Батырхан. Так, Батырхан с чем увлекается? Что любит Батырхан делать? Ну, я увлекаюсь пением. Пением? Вы хорошо поете? Ну да. А что любите исполнять? Ну, люблю я как там выступать и петь. Какие песни поете? Ну, разные песни пою. А есть любимая песня, которую Батырхан? Нет. Нет. Все любимые. На каких языках можете петь? Ну, только на русском. Да? Ну, хотя бы что-нибудь можете напеть нам сейчас? Нет. Нет? Стесняетесь? Да. Переживаете? Да. Итак, первый участник Батырхан. Мы ему что делаем? Аплодируем. Прекрасная, милая леди. Вы прям будущая артистка, наверное, если я не ошибаюсь. Как зовут? Здравствуйте, меня зовут Айзеря, мне 9 лет. Айзереша, ну вы артистка? Почему так красивое платье такое? Нет? Не артистка? Застеснялась сразу ведущего. А чем у нас зимой занимается Айзеря? Катаюсь на санках, играю в снежки. Отлично, с друзьями. Отлично. А скажи, Айзере, у тебя есть любимый предмет в школе, на который ты бежишь просто? Да. Какой? Это математика. Математика? 6 умножить на 2 сколько будет? 6 умножить на 2? Да. 12. А это молодец, проверила ведущего. И третья участница. Меня зовут Сабрина Жумагадина, мне 11 лет. Так, очень приятно. Вы у нас уже участвовали в проекте, насколько известно, но не удалось вам победить. Да. Поэтому вы решили вторично прийти, да? Доказать, что я должна быть первой. Да. Но у вас сегодня есть конкуренты, это Батырхан и Айзере. Вы готовы с ними сразиться? Да. Новый год прошел, но впереди еще у нас есть праздники, в феврале, да, День всех влюбленных, который у нас в Казахстане, кстати, не отмечают, и другие, может быть, какие-то мероприятия. Вы ощущаете праздник Нового года? Да. Да. Хоть он и прошел, да? Да. А каникулы как провели, друзья мои? Отлично. 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 Итак, друзья, впереди 4 раунда. Сегодня один из вас окажется в финале и встретится с лучшими из лучших игроков. Игроков. Молодец, Батырхан. В 2024 году, в январе месяце, мы подведем в конце этого месяца, подведем итоги. У вас сегодня один парень, поэтому отвечаем конкретно, четко и ясно. За правильный ответ вы получаете денежный приз от торгового дома «Энергия». А торговый дом «Энергия» находится у нас по какому адресу? Цанкибабе, Батыры. 72. Правильно. Итак, начнем игру? Да. Да. Переживаете? Да. Чуть-чуть. Немножко. Первый раунд сегодня, 14 января. Поехали. Профессии. Первый вопрос по профессиям. Профессия человека, имеющего отношение к охране леса. Кто это такой? Профессия человека, имеющего отношение к охране леса. Есть варианты? Это лесничий. А. Как называют человека, ухаживающего за садовыми растениями? Садовник. Верно. Батырхан ответил правильно. Какую профессию имеет человек, лечащий животных? Доктор. Лечащих животных. Это? Правильный ответ, друзья мои. Ветеринар. Точно. Детский врач по-другому? Медсестра. Нет. Детский врач – это? Педиатр. Глава города кто? Аким. Верно ответила Сабрина. Главный человек в школе кто? Директор. Директор. Верно, Сабрина. Как профессию сейчас имеет, какую профессию сейчас имеет человек, которого раньше называли цирюльник? Парклон. Сейчас. Так, нет. Давайте Айзере дадим возможность. Парикмахер. Парикмахер, да, Сабрина, это действительно так.
Самые смешные люди в цирке. Клоун. Первая ответила Айзере. Клоун, да. Следующий вопрос. Кем был Юрий Гагарин? Космонавтом. Верно, Батырхан. Он был космонавтом. Это действительно так. Человек, занимающийся устранением недостатков речи. Кто это? Педагог? Нет. Это... Попробуйте ответить. Это логопед или дефектолог. Постановщик художественных фильмов и сериалов. Это кто у нас? Кто делает? Режиссер. Верно, режиссер. Дальше, друзья мои. Профессия человека, связанная с выучкой служебных собак. Которых собак обучает? Айзере, Батырхан, Сабрина. Это кинолог. Человек, разрабатывающий модные стили в одежде. Это... Швея. Нет, не швея, Батырхан. Это? Азерин? Дизайнер. Дизайнер, да. Ну, или модельер. Так можем. Профессия человека, который занимается разработкой различных макетов городов, поселков и домов. Кто этот известный? Строитель. Строитель, либо по-другому Архитектор. Архитектор, да. Дальше, друзья. Как называют главного повара в ресторане? Шеф-повар. Верно, Батырхан, шеф-повар. Ну что ж, друзья мои, не перестаю вас называть так. Первый раунд подошел к своему завершению. И по итогам первого раунда у нас лидирует Сабирина. Сабрина, хотела Сабина сказать. Сабрина, она ответила правильно на 4 вопроса и, соответственно, получает 2000 тенге. Поаплодируем. Далее у нас первые места делят Батырхан и Айзере. Они ответили правильно на 3 вопроса, соответственно, получают пока по 1500 тенге. Я вас поздравляю. Тяжело было? Нет. Айзере молчит такая. А? Нормально. Нормально. Второй раунд. Посмотрим. Полет нормальный. А вот второй раунд у нас посложнее. Математика. Итак, Батырхан, Айзере и Сабрина борются за звание лучшего из лучших в нашем сегодняшнем проекте. Инструмент для проведения прямых называется... Это линейка. Первый вопрос. Линейка. Верно, Батырхан. Дальше. Назовите самое маленькое двузначное число. 1. Нет, неверно. 10. Двузначное число, самое маленькое, 10. Это... У нас? 10. Правильно, Сабрина. Это действительно. Так, движемся далее. Что можно провести через любые две точки? Прямоугольник. Нет, не прямоугольник. Что можно провести через любые две точки? Так, Сабрина, Батырхан, есть периметр. Вариант? Не периметр, прямую можно провести. Окей. Скажите... Как называется результат сложения? Результат сложения. Сумма. Верно, Батырхан, сумма. Прямоугольник, все стороны которого равны, называется? Квадрат. Квадрат, да, это так. Как называется неизвестное в математике? X. Да, Азере. Дальше. Знаки, используемые для обозначения чисел, называются? Цифры. Да, Батырхан. С помощью чего чертят круг? Циркуль. Да, Айзере. Как может брошенное яйцо пролететь 3 метра и не разбиться? Что нужно сделать с ним? Как может брошенное яйцо пролететь 3 метра и не разбиться? Положить ее в прощу. Куда положить, Батырхан? Молодец, хорошо мыслишь. Куда-то нужно положить яйцо. Нужно... Есть варианты, Сабрин? Шарик. Шарик? Нет, не шарик. Нужно бросить яйцо на 4 метра, тогда первые 3 метра он пролетит целым. Понятно? Да. Как спрыгнуть с 10-метровой лестницы и не сделать себе ушиб? Надо... Как спрыгнуть с 10-метровой лестницы и не сделать себе ушиб, не ушибиться? Что нужно сделать для этого, друзья? Надо прыгнуть. Спуститься на одну ступень. Молодец, да, нужно прыгнуть с нижней ступени. Это Айзере ответила верно. Следующий вопрос. Что все люди на Земле делают одновременно? Работают? Не совсем, не все работают, Батырхан. Разговаривают, дышат.
Нет, они становятся старше. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? Что? Песочные часы. Песочные часы? Нет, неверно. Треугольник? Нет. Какое число? Айзере? Число 6. Если мы его поставим вверх ногами, то у нас будет какое число? Да, 90. 9. Ну, Батырхан, 90. Итак, мои дорогие участники сегодняшнего эфира. В математике есть пробелы у всех. Да. Не нужно этого скрывать. Вы молодцы, что вы сегодня находитесь в красно-белой студии. В студии энергии. И каждый из вас ответил на равное количество заданных вопросов. По 3 каждый. Соответственно, это прибавка. 1500 тенге Батырхану, 1500 тенге Айзере и 1500 тенге Сабрине. Довольны? Да. Да. И это честный раунд. А еще впереди их 2. Переходим к третьему. Ура! Есть ли у вас любимые животные? Да. Да. Какие? Мой любимый животное – это крокодил. Крокодил? Так. Собака. Собака. Кот. Кот. Итак, третий раунд и его тема – животный мир. Животное, которое хорошо плавает, хорошо маскируется во время охоты. При случае льет фальшивые слезы и в редких случаях играет на гармошке. Крокодил. Верно, это крокодил, ответил Батырхан у нас. Следующий вопрос. Главная особенность этого животного – рог на лбу. Носорог. Носорог, да. Верно. Самое высокое животное на Земле – это? Жираф. Верно, жираф. Какие ноги у жирафа? Длинные, передние или задние? Передние. Передние и задние. Передние. Передние и задние, правильно, Айзере, они одинаковые, можно так назвать. В какой сезон птицы улетают на юга? В какое время года? Осенью. Верно, Батырхан. Дальше, какое самое медлительное животное? Улитка. Улитка? Черепаха. Нет, вы сказали, а вы? Айзере? Я знаю, но забыла. Это ленивец. Да, ленивец. Кто отбрасывает хвост, когда боится? Ящерица. Относится к ящерицам, но не она. Так, я забыла имя. Это хамелеон. А, тоже хамелеон. Какая птица хорошо видит в темноте? Сова. Да, это действительно сова. Кто является самой большой кошкой на планете? Лев. Нет. Тигр. Верно, Батырхан, тигр. Следующий вопрос. Какое сухопутное животное наиболее широко открывает рот? Бегемот. Верно, первый был Батырхан, бегемот. По итогам третьего раунда у нас лидирует Батырхан. Он ответил на 4 правильных ответа, вопроса вернее. 4 правильных вопроса, Батырхан, и ваша сумма увеличивается на 2000 тенге. Айзере зарабатывает, ответила верно, правильно, на 1 вопрос. Соответственно, прибавка тоже есть. И 3 правильных ответа у Сабрины. Аплодисменты друг другу, молодцы! Но что у нас впереди еще? Что у нас впереди? Сказки. Сказки? Нет, не сказки. Впереди у нас... Цвета. Как вы думаете, что? У нас с вами... Она сделала подсказку, видимо, знала. Впереди у нас 4-й раунд. Не совсем цветна, но цветные вопросы. Готовы? Да. Интересная да. тема. Поехали. Какой цвет бильярдного сукна является традиционным? Батырхан, Айзере, Сабрина? Правильный ответ – зеленый. Какого цвета карточку показывает судья провинившемуся игроку в ходе футбольного матча? Белый. Нет. Красный. Нет. Желтый. Верно, желтый. Какой цвет в радуге расположен между оранжевым и зеленым? Какой? Желтый. Верно, Батырхан, желтый. Какого цвета автомобильные стоп-сигналы? Красный. Да, Айзере, красного. Какого цвета традиционно окрашены лондонские двухэтажные автобусы? Красный. Верно, Батырхан. Шарик какого цвета Винни-Пух выбрал для полета за медом? Синего. Верно, синего.
Какого цвета был домик у Карлсона? Желтый. Нет. Зеленый. Верно, зеленый. Какого цвета полотнище олимпийского флага? Белый. Верно. Пояс какого цвета должен носить начинающий дзюдоист? Белый. Белый, да, верно. Готовы еще ответить? Или нет? Или остановимся, друзья? Какого цвета кровь у скорпионов? Кто быстрее ответит, какого цвета? Итак, какого? Красного. Нет, не красного. Голубого. Итак, поздравляю вас. 4 раунда подошли к своему завершению. Ну что ж, друзья мои, а теперь через несколько секунд подведем итоги и узнаем, кто у нас будет в финале. Оставайтесь с нами. Энергия удачи! Мы проверяем знания участников и каждый месяц узнаем, кто из лучших, лучших из лучших становится в нашем городе. Сегодня за звание лучшего и за звание места в финале, точнее места в финале, у нас трое участников. Это Батырхана, Изире и Сабрина. И я готов огласить итоги сегодняшней игры. Второй игры в новом году. Айзере, вы достойно сегодня проявили свои знания и зарабатываете 4500 тенге. Бронзовый наш чемпион. А вот второе и третье место, точнее первое и второе, у нас занимают два участника, пока я не знаю кто. Это Батырхан и Сабрина. Сейчас по правилам игры я буду задавать вопрос. Айзере, вы пока не участвуете и не подсказываете. Кто из вас первый ответит верно на заданный вопрос и нажмет кнопку, тот и будет играть в финале. Соответственно, кто неверно ответит на вопрос, тот занимает второе место. Пока в вашей копилке у каждого по 6500 тенге. Вы ответили ровно один в один. Что Сабрина, что Батырхан. Итак, вопрос. Чем питается жаба зимой? Чем питается жаба зимой? Кто первый? Она не питается. Стоп. Она спит. Спит. Первый был Батырхан. Сабриночка. Он нажал на кнопку. И это действительно так. Жаба зимой спит. Батырхан, переходим к игре. Три окошка. В каждом из них спрятаны вопросы. Вам нужно выбрать одно, по которому вы вопросу, если верно ответите, то вы получаете 10 тысяч тенге. Да. Внимание, итак, три окошка появляются на экране. Выберите любой, который вам по душе. Ну, давайте второе. Второе. Итак, внимание, вопрос, спрятанный во втором окошке. Как называется подземная железная дорога? Железная дорога? Подземная железная дорога. Электрическая? Как называется подземная железная дорога? Батырхан, можете сейчас проиграть все свои деньги? Метро? Подумайте. Слышите, как тикают часики? Я всегда задаю этот вопрос. Ну, слышу. Слышите? Подземная электрическая, вы сказали, да? Да. Батырхан, как называется подземная железная дорога? Метро. Подземная железная дорога, девчонки, как называется? Метро. Вы ездили когда-нибудь? Нет. Я не ездил, мой папа ездил. Папа ездил? Да. В Алмате. Вы знаете, все свои студенческие годы я добирался на метро. Хотя, это неверный ответ. А абсолютно верный ответ, Батырхан, поздравляем, это метро! Вы получаете сегодня 10 тысяч тенге, и вы в финале. Сабриночка, спасибо вам огромное. Айзере, спасибо вам за то, что сегодня пришли и проверили свои знания. Друзья, а с вами мы увидимся
через 7 дней. Смотрите нас и, конечно же, радуйтесь за участников и радуйтесь за близких. Здоровья вам и всех благ. До свидания. 7 дней пролетят быстро.